А этот склад прямо на улице. Белая горчица подорожала почти 6 евро. Когда-то я покупала по 2,80 такой пакет. А это белить для побелки деревьев. Шланги всевозможные. Стулья какие-то. Не поняла, по одному или просто их по два сложено, да. Высокие такие. Хорошие. Цены не видно, конечно. Не знаю, сколько они такие стоят. На улице склад тоже очень большой. Внутри я тоже не все обошла. Там и краски, и шпаклевки, стройматериалы. А здесь уже для дач больше на улице мешки лежат. Это натуральная дуркис. Что-то падает где-то, летит. Кто-то что-то зацепил. Вон какие горы большие. Это сетка для забора. Вот, заборная сетка такая. Очень красивая, есть и крупная такая, толстая. Очень хорошая сетка. Есть и рябица, но сейчас ее никто не берет, не покупает. В основном вся сетка такая, как показывала. Здесь заборчики для цветов какие-то интересные. Камушки всевозможные. Вот этого добра полно. Всяких видов. Мешками по 7 евро. По 8 евро. Тут по 8 камни. Всевозможные камни. 10. Вот тоже 10 беленькие камушки, но очень мелкие. Куда их? Тепличка маленькая, совсем маленькая теплица, 1,5 метра, наверное. Ну, пока здесь ничего нету, здесь обычно бывают цветы. Здесь много-много цветов бывает всевозможных. Пока еще не выставили сюда, потому что все может быть и снег, и мороз. Потому что еще только конец марта. Вот такая красота. Такие цены. 35. Вот это вообще 80. 60. И вот это такая простенькая 30. Вот да, хороший, с двумя колесами. Это стройматериалы, наверное, возить. Нечего делать на даче у меня с такими.
Ну вот эти хорошие вещи. Надо будет мне взять пару ведер, наверное, заехать. Но не сейчас. Пока еще нет. Я не знаю, что там у меня на даче. Я думаю, что на даче там еще снег в тени лежит. Горшки красивые. Это пластмассовые. Такие. Значит, они дешевые. Она видно, по 9, по 8, по 6, по 7. Бедра такие. Ножики какие. Качель. 350 евриков. Очень хлипкие. Уже лучше железные покупать тогда. 119. Ну, какой стоит. Можно и напугаться. Так вот из-за угла выходишь. О, стоит. Спецодежда здесь. И цветы. Цветы, цветы, цветы. Это для кладбищ. В основном для венков. И свечи здесь тоже есть. Эти долго горят. В теплицу ставят такие большие свечи. Семенная картошка. Не помню, осталось у меня или нет еще рыбное удобрение.
18. Что это такое? Органические, биологически активные удобрения. 18 евро. 10 килограмм. Вот это рыбная тоже. Ну, 5,29. А там 9 евро почти. 1,5 килограмма. Здесь 2 килограмма. Есть скидка. Надо, наверное, взять. Кстати, мне нравится с двойным дном. Ага, стой. Включили весь свет. Работает? Ну что, Еврик, свет. И торшеры всевозможные. О.